Вот и первый наш гном. Мы нашли первого нашего гнома во Вроцлаве. Надо, наверное, догадать желание. Ну давай, первый. И, кстати, он потереть шляпку. Давай. Загадала? Ха, круто. Да. Первый гном. Оп, наш второй гном. Какой ты красун. Ай, второй гном. Дарин. Так, это наш третий гном. Здравствуйте. Ой, привет. Куда ты нас показываешь туда? Это вроде четвертый гном, который мы нашли. Так, очень солнечно, красиво. А вот и гном. Привет, новый гном. Привет. Как дела? Все хорошо у тебя? Ну, пока. Арина, привет. Точнее, я. У тебя зоркий глаз? Да. Ну, вообще-то, мне кажется, их здесь миллион. Привет. Это уже какая-то гномиха. Краснолюды, да? Так они называются. Привет, привет. Зачитала. Что она читает? Еще гномы. Аж целых два. Так. О, ух ты, какие прикольные. На гитаре или укулеле играет, и один лежит и слушает. А вот и я нашла гнома. Не только Арина находит. Привет, настоящий гном. Ой, он с мышей. Привет, привет. У тебя такие соседи здесь. А, привет, гномик. Буду делать отдельное видео о поисках гнома. Вот он. Ну что ты? Нептун. Ты Нептун? Привет. Привет, Нептун. Как дела? Вот такие санты. Смешные воришки. Вот еще двое. Парочка. Этот, кому из них? Какая смешная. Идите, зайка. Скорее всего, это будет. Точно. Новая находка. Мне кажется, мы чемпионы по поиску гномов. Он высматривает монету, какого она года, чтобы продать. Точно. Вот еще один гном нашелся. Быстро, 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 быстро. О, гном-фотограф. Привет, фотограф. Какой такой медный. Привет, привет. Итак, еще один гномик. Сердечки. Святого Валентина. Башня такая высокая. По сравнению с ней, мы, люди, совсем крохи. Вот еще один гномик. Привет. Какого даже квеста нету, чтобы ходить, искать. Тут их на каждом шагу. Я просто повернулась, а тут еще один. Конечно, возле развалины какой-то, но не важно. Цемента. Вот еще один. Он с замками, которые символизуют любовь. Красивенький такой. Так, а вот еще мы одного нашли. Один, а тут еще, 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 еще. Вот. А, так это шахтеры. Нет, это же пироги. Да, я думала, это шахтеры. А, вот воришки. А, и настоящая погоня за гномами. Как растарит, да? Прогулочки. И гномы. О, это такой же гном. Интеллигент современный. Ой. Вот такой. Охраняет велосипеда. Да? Да, загадываем желание. Эй. А вот он какой. Красун. Ты какой. Самый большой из тех, которых мы видели, да, Риш? Сам он может и небольшой, но то, что он на кране, его больше делает. А вот еще она. Статуя свободы. Вот он, гномичек. А вот и площадь. Вечный огонь. Ага. Нет, это
статуя свободы Оренка. Ну и конечно же, что? Кого ты нашла? А, вот он. Ах ты жук, привет. С подарочком? Спасибо. И снова гном с сердечком. Какой ты красун. Спасибо тебе. Какое сердечко. Еще один. А я великан, который сижу. Сторож. Сижу на ихнем домике. Да, вход в подземелье. И вот еще два. Просто погоня за гномами. Вот, ты спрятался, малыш. Привет. Ты такой маленький, Привет. Вот таким огромным, такой огромной башней. Такой маленький, И кто это тут спрятался? Жук, тебя кроме нас никто не нашел, наверное, да? Тимоненький так спрятался в углу. Арина нашла гном. Уже загоняла нас Арина с гномами этими. Что ты тут делаешь? Это шарики, если кто не помнит. Да? Я снова на торговой площади. Вот снова эти гномы. Вы похожи мне на шахтеров. Привет. Привет, гномы. А, из-за моей тени не видно ничего. Привет, привет. Привет. Жопастики. Вот и он. Франек. Ой, пьяный уже. Пьяный, да. Увидела Аринка. Это вот. Жука. Привет, привет. А что ты разрешил? О, ты с ноутбуком. Ничего себе, это крут. И с пивом. Это мега крут. Скорее кофе. И вот мы нашли. Мы тебя нашли. Привет. Привет, красун. Ты не в тени. Вернее, в тени тебя так хорошо видно. Красун. Всех гномов нашла я. Я оператор. А кто? Тут тоже компьютерщик какой-то, айтишник. Айтишник, Синергии. Привет из Синергии. Нет. Да, только я прохожу. Вот он, дружочек. Вот он. Вот он еще один. Ждун. Привет. Привет, привет. Привет. Здесь один, здесь другой. Вообще я хотела снимать видео про Вроцлава. Снимаю видео про гномов. Ну что это такое? Привет, привет. Привет. И вот снова он. Да что же это такое? Пани, прошу пани, зараз я вас. Вот даже на входе в театр. Привет, привет. Опера Вроцлава. Все тематично так. Именно эти гномы здесь. Кукольный театр. Вот. И кто у нас здесь? Очередной гном. Я уже сбилась со счета, какой ты у нас. Вот он. Гномы, привет. И здесь тоже на острове мы нашли одного гнома. Привет, гном. Тебе здесь не скучно на острове? Привет, привет. Вот это да. Вот это да. Вот это да. Ой, кто это у нас? Ах ты ж, какой красивый. Какой ты красивый. Привет, привет. Сейчас где? Где гномы? А, вот он! Еще вот, привет! Привет, привет, гном!